На одной важной детали этой операции остановимся подробнее. Когда в четверг министр обороны Сергей Шойгу сообщал об открытии гуманитарных коридоров, он отметил, отдельный выход оставит боевикам, которые не совершали тяжких преступлений и желают сдаться. Тем более, что президент Асад объявил амнистию. Российская сторона сделала это потому, что Соединенные Штаты так и не предоставили давно ожидаемых в Москве данных о размежевании так называемой умеренной оппозиции и маскирующихся под нее террористов из группировки Джабхат ан-Нусра. Приемы маскировки были только расширены на этой неделе. В пятницу ан-Нусра объявила о разрыве с Аль-Каидой, также запрещенной, и поменяла название на Джабхат Фатх аш-Шам. В российском МИДе это назвали попыткой перекраситься, которая не меняет саму суть организации, включенной Советом Безопасности в список террористических. Борьба с ней будет продолжена при поддержке мирового сообщества до полного уничтожения, заверили в МИДе.